Еще одна песня неформальная. А вот хочется спеть, знаешь, Катя, ужасно. Про лейтенанта особенно. Есть такие, знаете, вот ключевые моменты в моем творчестве, которые удалось выразить только сейчас, по прошествии 32 года я прослужил. Ах, какой лейтенант замечательный, он мохнатый, пушистый, розовый, он в ботинках начищенных тщательно, и скрипит, словно стебель березовый, излучая служебное рвение, подчинение символизирует, и начальников общее мнение его бешеный рост прогнозирует. Дальше хорошо. А все равно он будет! Пусть вам не рвется мнение грудь, а все равно он будет. Когда-нибудь и кем-нибудь, пусть хай сияет черепнимами, но это с ним произойдет, но все равно он будет. Как раз последний самый год. Вот полковник мужчина значительный, он любых может выиграть в спорах, смел, опытен он исключительный, красив, словно крейсер «Аврора», обаятельный он удивительный, познал все крутые пути, смел, опытен он исключительно, и сплоченный за ним коллектив. А все равно он будет! Пусть вам не рвется мнение грудь, ну и так далее, да. Коммунист или там демократия, бублик розовый с хреном или с маком, за любое военное братья, что ли, конец твой всегда одинаков. И, Ганнибал и Кутузов были, пишите лицу, хоть типа, все равно, но тебя обязательно не испортит, товарищ, и все равно ты будешь! Пусть вам не рвется мнение грудь. Ну, прекрасная песня, вы удивительно, великолепно. Пресс-релиз. Пресс-релиз, прям, да, вот, рекламный тип. Надо было снимать. Не снимал, нет?